В Нижнем Новгороде пройдет первый в России форум специалистов по искусственному интеллекту. Он даст старт целой серии подобных мероприятий, которые состоятся в разных регионах страны в течение 3 лет. Задача форума – развитие технологий искусственного интеллекта и привлечение в эту сферу деятельности молодых талантливых людей. Тех, кто сможет найти новые решения по применению цифровых технологий в реальной жизни страны. О предстоящем марафоне IT-специалистов на пресс-конференции рассказали его организаторы. У нас планируется проведение 116 хакатонов. В каждом хакатоне принимает не менее 100 человек участие. Соответственно, это мы так примерно представляем, что это не менее 20 тысяч участников. 85 региональных хакатонов. Цифры не случайные. Это ровно по количеству регионов России. Соответственно, мы должны провести хакатоны в каждом из регионов России. Программа проходит в рамках платформы «Россия. Страна возможностей». Нижегородский форум по искусственному интеллекту пройдет с 18 по 20 июня.